Админская машина просто. А мы перемещаемся к комментатору. Где у нас сегодня Булкич? Здрасте. Здрасте. Как ваше ничего? Хуже, чем обычно. Но, а нет, у меня есть ложка, так что все хорошо, не? Ну, это уже... Тут я вру, ладно. Соврал немножко, но ложка есть, все, дала мне силы. В скобочках только коленку сломал немного. Да. Так. Ну, в общем, они у нас стартанули. Делик немного затормозил. Думаю, тебе есть что рассказать об этой игре? Да. Вероника. Есть, конечно. Ну, сейчас. Так. Сейчас немножко чаю. Так, сейчас со стула не упасть, самое главное, пока пить чай. Так вот. Патриот демократизации. Игра от наших отечественных разработчиков, которая выходила в 2006 году. В плане спидрана. Бэрхолдером является Васлам, который сделал ран на 24 минуты 52 секунды. Но это так, к слову, чтобы понимать, насколько эта игра ужасна. Но, да, потому что большая часть этой игры — это сплошные катсцены, которые ты просто не можешь скипать. Ну и также автоскроллеры. То есть вы дошли до катсцены, которая длится, например, 20-30 секунд. Вы можете спокойно, не знаю, успеть пойти покурить, сделать чай, кофе, сделать себе поесть, не знаю, посадить дерево. И пока вы дойдете до следующей катсцены, уже это дерево давно вырастет, и вам остается только вырастить сына и отправить его на Луну. Да. Так что все настолько хорошо, что, как говорится, за деликатесы в Украину. Ари, деликатес! Я не удивлюсь, даже если делик уснет на этой гонке, и все. Так что... Все может быть хорошо. И пока все это время я говорил не о спидране этой игры, наши раннеры до сих пор на... первом из 11 уровней, скажем так, еще в самом начале их приключений, где вы просто бегаете по всему кораблю с одним лишь пистолетом Макаровым и больше ничего интересного. Почему так, даже я не знаю. Могли бы выдать, не знаю, ракетницу в начале игры, все взорвать, и на этом можно было бы закончить на самом деле. Потому что, а почему бы и нет, на самом деле, почему бы и нет. Докуробота очень рано для ложечки, еще очень рано. Знаю, когда нужно ложечку, я знаю. Через, Саш, 7 миссий, как я помню, да? Да. Ну все же. Пока что во время катсцен я не знаю, что такое рассказать, потому что сюжет тут довольно плох. Почему? Потому что, ну, коротко. 2017 год. Почему-то пиндосы решили ворваться в Россию, и почему-то все пошло настолько плохо, что ты начинаешь распрыгиваться, словно ты находишься в очень дешевой версии Half-Life 2. Но все же. У деликатеса про страты, потому что... За 10 часов дерасинга этой игры он что-то нашел для себя интересное с квитлодом перед падением на поверхность. Извините, я глоточек чая сделаю. О, хорошо. Тем временем. Наши замечательные раннеры уже... На второй миссии, где первую половину этой миссии, по точному времени я вам не могу сказать, и почему-то у кукуруза пошла кислота, ну, наверное, потому что он и так токсичный. Ну, я знаю, почему кислота, потому что это было ночного видения, но все же. Потому что еще этот тренер очень токсичный. Так о чем я? По большей части...
в... Сейчас точно вам скажу, в скольки миссиях. Вторая. 38-я, 9-я и 11-я. Ну, 4 миссии. Типа, большей части вы просто ничего не делаете. Ну, буквально. Как, например, это... Ну, например, вот это половина этой миссии. Вот когда мы дойдем до 8-й... Да, до 8-й. Тогда будет это еще длиннее, скучнее, и я вам просто скажу, идите и делайте себе что-нибудь, не знаю, поесть, еще какими-нибудь делами заняться на 3 минуты, чтобы потом видеть хоть какой-то мелкий экшен. И пока... А пока что наблюдать за тем, как наши спидранеры играют за такого персонажа, как Влад Никифоров, прыгают словно настоящие Хоккаги по заборам, гаражам и по невидимым стенам. Ай-я, ай-я. О, да. Тем временем уже на третьей миссии нам дают нормальное оружие, как дробовик, который почему-то, если ты в него... заряжаешь примерно 3 дроби, то он уже зарядится на все 7. Как, зачем, почему и каким образом, я не знаю, но почему-то это так. А тем временем могу вам немножечко на пару секунд проспойлерить. Ну, так, совсем малюсько, вот прям на донышке. Кукустас опережает деликатеса. Почему-то делик сильно руинит, вот. Почему так? Непонятно. Делик. 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 Дритский бог. Давай-ка тащи, дрить. Ну, сказать, что делик сможет догнать вкус, ну... Но это так, спорный вопрос на самом деле, потому что следующим уровнем после того, как... который прошел... проходит сейчас, точнее, делик, будет 5-минутная оборона каких-то двух аутистов, которые такие: «Они нас убивают, помоги!» Ну, это... я просто примерно это так увидел и услышал. Но зато вам дадут на вооружение... автомат Калашникова, который уже сразу с подствольником. Почему я удивлен, что откуда у главного героя уже дофига зарядов подствольных гранат, потому что либо я слепой, либо реально наш Влад Никифоров настолько вместительный, что у него уже заранее есть припасы. Там точку сыграет. Кукус играет. Да не! На самом деле это фул сегментный ран, который Кукустас просто включил, и на самом деле сейчас просто сидит с вами, говорит в чате. Тем самым выигрывая гонку. Потому что он может это делать. У нас очень мало времени. Но все же. Сейчас проверим ее и передадим людям. И ведь самое обидное, никак же это не проскипал, вам нужно все 5 минут прождать ради того, чтобы выполнить одну лишь миссию. Я постараюсь вызвать подкрепление. А потом, чтобы попасть в плен к врагу. Прощай, надежда, почему так? Зачем так? Мы будем вечно задаваться этим вопросом. Жук тебе в задницу. Придется. Поднимите делиха за делика. Это тем, у кого нету элитного смайла кружки, как у хорошего спидранера в чате за Викей. У меня пока что комментариев на одну лишь эту оборону, честно, не найдется, потому что... А что можно сказать про эту оборону? Ты бегаешь, стреляешь, бегаешь, стреляешь. Ну, понятно, это же
экшон, это же стрелялка, как бы сказали бы раньше, когда-нибудь, не знаю, лет 10 назад. Но ради чего? Ради того, чтобы защитить каких-то двух чудиков, которые пытаются что-то нашаманить с микросхемы, непонятно, куда его подключив. Синкинг. Лучше выпить кружечку чая. О, да. Вот как раз пока идет. Подожди, пока сколько? Минуты 3-4 осталось для выполнения этой шикарной миссии. У наших собираний вы можете пока что сделать пару дел, которые длятся минуты 3. Потому что... Ну, почему бы и нет? Все равно, что вы будете видеть, это хорошую физику игры с распрыжкой. Тем, что... с хорошей физикой стрельбы. Так что пока есть момент все-таки. Вы можете отойти, посмотреть, а уже вернитесь и конец игры. Шучу, это не так, но все же. Но пока что предикт на эту гонку, мне кажется, 1-0 за Кукустаса будет. Потому что пока что такой большой руины, в принципе, не было. Бюджетная кружка. Ну да. Можно и такую кружку поднять, но все же. Но у ВК же кружка лучше. Профессиональные байты. Я байчу как могу, ВК. Я пытаюсь. Так вот. Готовь, еще не забудьте, вот готовьте свои ложечки. Вот, на всякий вот, за... Сколько, за минут? 10, там, 15. Успейте приготовить ложки. Зачем? А я вам скажу, зачем. Но все же. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, да ладно, да ладно, да ладно! Я уронил ложку. У меня вилка сладкая. Ну, приятного дошика! Приятного аппетита, дошек! Приятного дошика, дошек. А, да ладно. А, приятно, аппетита, Дошка. Здравствуй. Ты появился здесь. Да ладно, неожиданно. Кукустас, насчет софтлоков, вот, кстати, интересная тема. Да ладно. Я промолчу немножко. Кукустас может и везучий, а может и нет, а может и да, а может быть он просто хорошо практикует игры, потому что без практики вы мало что можете сделать в драйве. Но это так, к слову. Тем временем, пока наш Деликикес еще на обороне, наш Кукустас вовсю выбирается из плена врага. Что дает нам хоть какой-то экшен в этой гонке? Ну, серьезно. 5 минут обороны, еще минут 5-6 автоскроллеров, а еще Кукусов бежит, собственно, по своему заводу. Почему? Потому что в нем много токсичности, как и в нем, опять же. И пока что, в принципе, как все по предикту идет, Кукустас хорошо идет по этой гонке. Пока Деликикес буквально только-только перешел на следующую миссию. Эх, ма. Игра похожа на мод Hell 2. Честно. Если посмотреть, то, ну, надо быть слишком отбитым дегенератом, чтобы такой ужасный мод сделать. Ну как ужасный? Чтобы настолько плохая распрыжка была. Ну, такое, такое. Ну еще играю, пушку не добавили. Обидно, обидно. Так-то. Эх. Сколько забегов? Best of 3. До 2 побед идет у нас сегодняшняя гонка.
посмотрим, как все будет. Может быть, это будет сухое 2-0, а может быть и 2-1, может быть, Делик Атес закамбэчит, но все может быть, а пока просто наблюдаем. Gold Source. Ну, может быть, это такое. Хотя игра выходила уже после того, как вышел Hell 2, вроде как. Так что можно сказать, что это плохой мод на Hell 2. Ну да ладно. Ну да ладно. Эх. Ну, пока что раннеры на одном уровне идут. Не сказать, что это может радовать, но зато, ну, Делик потихоньку догоняет Кукуса вот прям чуть-чуть. Вот прям совсем малёха. Но будем надеяться, что Делик сможет это вытащить. Будем надеяться. Так, надеюсь, никогда. Да ладно. Эх. Так-то сюжет тут не очень важен. Опять же, я бы мог тут пояснить за сюжет, потому что он хороший. Короче, если не собирали. Какие коэффициенты у букмекеров? Не знаю. 99 на 1. Так, вот. Поясняй камень. Нет. А смысл пояснять тут за сюжет? Тут его нету. Ну что, пора тут все. Просто коротко. Вот, живешь ты такое в России? Потом тебе тут пиндосы заваливаются. Вот. А потом тебе надо, короче, с калашником бегать и поймом дробовиком с винтарем и ракетницей и топором в одном кармане. И как ты это дело разруливать? Хорошо, что я нашел предохранитель. Зачем, почему и как такое возможно, я сам не знаю. И, скорее всего, вы сейчас только что могли наблюдать на то, как Кукуса делает опасные трюки в миссии, которая как бы стелс. Где вам надо всего лишь забрать устройство, которое у вас украли американцы. А потом начинается, знаете что? Начинается лучшая миссия на 3 минуты. Ложки в чат, ребята. Это бан точно. Перекус погулять. Ну. Что? Зачем только свет? Через эти фонари я не пройду. Ну! Везучий Source Runner, что сказать? Что он уже. Получается, это какая-то. 8-я миссия. Да. Уже. Приближаясь потихоньку, прям совсем чуть-чуть к, можно сказать, к концу игры, хотя после этой миссии будет еще один, еще можно сказать, миссия, где ты просто 2 минуты будешь стоять такой и ничего не делать. Просто слушаешь, что тебе выберет какой-то очкарик. А потом пойдет хоть какой-то экшон, на самом деле, хоть какой-то, но пока что уж лучше ложек в чат на спамьте, пожалуйста. Потому что пока есть момент, надо спамить ложки, ребят. Нужны ложки в чат. Вот. Ну, не представляете, как. Должен быть птиц. Болит уже. Ну, еще у Кукуса все токсично. Как вы можете видеть на его экране. Ран вообще долгий. Нет. Эстимейта нет, но фанеры, я тебе скажу так, игра проходится, ну, скажем, за минут 30. Учитывая то, что мировой рекорд сейчас
25 минут. Так что если не фейлить там. Извините, если не фейлить некоторые передвижения, не знаю, там свой потато аим. То в принципе ран нормально, но учитывая то, что больше, чуть-чуть больше часть 4 это сплошной автоскроллер и нескипаемые катсцены, то как бы, ну, такой себе. Вот. Так что большую часть игры ты просто сидишь, шпинаешь балду. По-другому не объяснить на самом деле. А что насчет рандома? Честно, насчет рандома я тут не сильно замечал, разве что когда ты собираешься пробегать с определенной точки до другой определенной точки, например, с того же начала уровня до конца уровня, это единственное, что тебе может помешать, это, например, солдат, который должен был, не знаю, стоять левее от твоего маршрута, а он стоит именно прям перед тобой, и ты, короче, врезаешь с него и теряешь порядка нескольких секунд, которые тебе бы не хотелось бы терять. Так что, ну, это так. Бывает. Единственное, РНГ это только боты. Больше ничего. А так тут было три. Если было бы было один, то как бы... Ну серьезно, вы пришли сюда 30 минут посидеть и уйти что-то другое делать? Не-не-не-не-не-не. Вот best of 3, вот прям сок. А еще Токсик тут успевает чат писать. Сиди спидрань, заедрил. А, да, автоскроллеры. И 2 минуты... слушание как своего истинного задания, которое тебе надо выполнить. Но ты не можешь. Ты не можешь просто скипнуть это все, чтобы идти дальше по своему пути. Но что поделать? Что поделать? Сколько еще 4 финалов? Честно, это последнее. А, последнее. Туда же люди в чате говорят последнее. Космодром, вот проблемы. Точнее, его. Топчам, что сказать. Теперь про спидран этой игры особо ничего не скажешь. Тебе как бы хоть игра может дать задание, например, ты должен сначала дойти там, знаю, до машины, машины пробить ворота, дойти до другой машины, сесть в нее, с этой машины запрыгнуть в вентиляцию, а ты берешь, короче, пропрыгиваешь по гаражам, словно настоящий Хокаге, пропрыгиваешь на забор с забора еще на один гараж, и так вентиляцию, типа, уровень пройден. Учитывая то, что тебе игра отдала какие-нибудь задания, так что, ну, как бы, такие. Вертолета. Не паникуйте, капитан. Внутри охраны почти нет, а внешне мы обеспечим ей развлечение на пару-тройку часов. До тебя и дела не будет. Так что Суперменство от тебя никто не ждет. Спереть пазл сетки. Дошик, ты учишь, что там сетка не слегка поломана. Слегка вот прям малюсенько. Потому что у нас один человек пропал после победы. Что такое? Нет, потому что все куплено. Может быть и все куплено. Может быть, но это не точно. Это не точно. Ничто не доказано. Ничего не доказано. Еще как секс. Ну. Пришел начальник и... спустя какое-то время понимает, что все проедрено.
Все проедено. Дашик, зачем ты любим? Вот зачем? Вернись, Руст. Подумай о работягах. Просто подумай о них. Нам нужен твой пресс, наш талисман, короче. Да ладно. Но пока что можно сказать, что 1-0 за токсичным спидранером, как Капустас. Я установил эту штуку. Что теперь делать? Сейчас мы называем все центры. Ставили квартиры против спидранеров. Все было весело. Хорошо. Харяк, будем ждать, когда... Или когда закончит, и ты к ним перекинешься, или как, или что, или да? Угу. Чё-то я смотрю как-то на... Это вообще именно... И у него третья миссия не пошла, потому что он прыжок не мог сделать, который, можно сказать, сначала идет именно с тем, когда ты стреляешь бочку и уже прыгаешь вниз. Тем самым не трать никакого времени, но что-то он подруинил на прыжке сильно. Ну, вот самое интересное, Кукустас прям близко к Сабу 25, да, вот. Еще чуть-чуть, и он бы смог. Может, я не удивлюсь, даже если будет здесь еще один мировой рекорд от Кукустаса, как это было на Сворме, как так я помню. Так, закончилось? Это будет слишком для него. Наверное, нам стоит перекинуться уже туда. Возможно, Делик не захочет дальше ранить. И просто согласится пройти на следующую гонку. Ну, сейчас тогда... Ну... Он... А, нет, он получит. Всё. Да. Здрасте. Ну. Да. Сейчас. Чё, насколько я дольше играл? Две минуты. Он за 25 закончил? Да, 25-14. Скотина. Ну да, шансов у меня маловато. За тебя верит. Я так понимаю, вы разговариваете. Окей, ну, мы только сюда пришли, так что... Знаете, вот... Как хорошо топить, когда в тебя никто не верит, а болеет за другого. Типа, шикардос. Я типа смотрю в чат, меня все токсичат, тупо вообще, все, кому не лень. Просто классно. Причем даже ДК присоединился к этому. Оставь эмоции на конец гонки. Возможно, ты еще проиграешь. Не, а мне типа похер. Мне просто забавно то, что чуваки сидят хейтят. Да он честный просто. Типа реально у Куса больше шансов, потому что не мой тип игры, вот и все. Так, так. Вы лучше готовьтесь к следующей гонке. Делик. Я почти готов. Кукустас такая, я почти готов, так и спрашиваю Делик. Такой ЧСВ. Вообще забей. Подожди, я не готов. Таймеры сбросьте. Готов. Да-да-да, поехали. Так, на счет 3. Не на старт, внимание, марш. Не начали, а на 3. Когда я скажу 3, окей? Давай. Раз, два, три. Продолжаем. Да, продолжаем. 1-0 в пользу печки микроволновки на зеленом Кукустасе. Ну, токсичные все дела, да. Как вы сами могли услышать то, что не тот стиль игры для Деликатеса. Конечно, если вы можете посмотреть, какие игры на спидране Делик, то вы поймете, где он член, а где он слаб. Но вы сейчас можете видеть, где он слаб, как бы. Конечно, может быть, наше отечественное игропроизводство не дает каких-нибудь положительных
схему. И эмоции, качество, еще что-нибудь. Приятности для спидрана. Хотя да, тут можно сказать, что спидран приедет, потому что ты можешь успеть за сколько? Минут 10. Момент, в который ты просто не можешь скипнуть, сделать что-либо, когда-либо, где-либо, пока это все длится. Потому что, ну, эта игра тебе позволяет, так что пользуйся, пока, когда тебе это дают. И пока я это говорил, у наших обоих раннеров идет уже какая это первая катсцена, когда не только... радиоприемную комнату заходит, понимает, что как бы... Ну, берем ПМ в руки и идем убивать всех, кто есть на борту. И пойдем в каюту, чтобы... найти хоть кого-то живого, чтобы понять, что нужная нам вещь под грудой. Просто под коробкой, где можно достать ключ, а потом уже продолжить путешествие, где после этого пойдет минута-полтора автоскроллера, где когда ты стреляешь в воду, у тебя нету звука всплеска воды, а когда ты стреляешь в стену, идут искры, а потом ты начинаешь прыгать как Хокаге. И потом ты понимаешь, что все, это судьба. Бегать, прыгать, убивать и умирать. И искоренять пиндосов, которые вошли в ту родину. Да, у меня хорошие речи, но не об этом сейчас. Я надеюсь, у меня мультитвич перестанет лагать, я смогу нормально посмотреть на это все. Пока что... Что-то опять какие-то руины идут. Мне нравится это все. Делик. Ну что ж такое? Когда же выиграешь ты? Я надеюсь, конечно, что Делик выиграет, хотя... Все же не знаем, что скорее всего Кукустас это вытащит. Лайкер. No skill, just luck. Вот только горючка на дне плещется. Далеко. И, кстати, донатьте для того, чтобы наша фабрика процветала дальше и становилась еще только лучше. Слева обычный русский пьяный моряк, справа сидящий американский вампир. Славный Кукус убеждает нас. Искрит фонарик. Фонора, хорош. Хорош. Вот я понимаю. Красивая речь. Все может быть. А может это просто кажется. Хотя я мог бы спереть это на... Это... Качество стримов у каждого из спидранеров, но... это не так. Извините. Так вот. Сейчас тут кое-что застаплю. Все. Опять же идут автоскроллеры. На этот раз даже относительно на равных идут спидранеры, работяги. Прям совсем чуть-чуть, потому что Делик хоть и на руине с прыжком, но совсем чуть-чуть. Опять же. Но все еще будет зависеть от того, что... Кто как наруинит. Кто как наруинит, опять же. Но если посмотреть на то, как... Ай, боже, что с мной не так. Посмотреть на то, как проходят... Каждый из уровней, каждый спидранер этой игры, опять же, то уже можешь посмотреть на какие-либо из уровней, которые здесь можно увидеть, опять же. И на интересную физику прыжков в этой игре, где ты просто с расстояния не знаю, 1 сантиметра перепрыгиваешь примерно 2-3 метра
Это прям гениально. Кодзима гений, что сказать. Ну да, спагетти вместо кода. Я вот, ну, было же тут в чате сказано, что похоже на мод к Half-Life 2. Вот, вот я бы к этому пришел, потому что именно стоя на то, какая тут хорошая распрыжка, можно сказать, что это и Hell 2. Но только еще хуже, ужасней и с мемным сюжетом. Надо же... Естественно, девочка. Ну да, ну да. Это верно, Фанора, это верно. Опять. Ну, пока что Кукустас ходит вперед на... Примерно, сейчас вам точно скажу... Секунд... 16. Секунд 16. А то и 20. Он уже впереди от деликатеса. Ну, хотя бы не такие сильные руины идут от каждого из раннеров. Но это, как сказать, Геополис положил. Что как делает единобор? Так. А тогда почему здесь делают головоломки? Ладно, приключения, боевики, приключения. Но единоборственный головоломки. На каком движке? А вот... Секрет. Владимир, я уже не думал вас снова увидеть. Да, выбраться было нелегко. Ладно, перейдем к делу. У нас очень мало времени. Секрет... отечественный разработчик. Сейчас проверим ее и передадим людям Гаврилова. Ёпт, Никифоров, нужна ваша помощь. Я постараюсь вызвать подкрепление. Вы отбивайтесь как можете. Если они сюда пройдут, прощай, надежда на спасение. Идет у каждого сейчас пятиминутная оборона. И, как я сказал, опять же, Кукустас впереди от деликатеса на 20 секунд. Еще с пиндосами разбираться. Опять же, мне конспираторы хреновые. Походу будет 2-0. К счастью, но это не факт. Знать, это не факт, потому будет. Что... Может быть. А что, можно отчасти надеяться, что деликатес может выиграть хотя бы один раунд. А то и два. И то не факт. Потому что опять же идут какие-то руины. Все плохо. А может и нет. А может быть и... О-о-о! И я сейчас бы заорал, но я не могу, потому что мне болит горло. Неважно почему. Наорался, потому что недавно на концертах всяких. Ну. Пока что просто наблюдайте за прекрасным геймплеем этой шикарнейшей игры. А еще тут, кстати, именно на этой локации я замечал, тут есть плакат, что типа концерт Сплин там какого-то когда-то. Софов сильно больше. Ну, может и так, может и нет. Черно, свои кипы для этого. Может, правда, старка что, что мы попёли Летова на свояке. А я пою Летова каждый день настолько, что почти целый голос. И не важно почему, и не важно когда и зачем. Попал. Отлично. Так вот. Пятиминутная оборона. Почему-то у меня зазвенел телефон. А там не важно что, не важно для кого. Они как Марио прыгают из БМП. Ну, можно представить на секунду то, что в БТР и БМП... Ну, нет, эксперты в чате по-любому найдутся. А я, будучи невнимательным немного, не увидел точно, что это и как оно выглядит. И представим на секунду то, что
внутри этой машины. За место башни. Пиксельная труба из Марио. Из Super Mario Bros. На NES. А враги — это грибы. Или черепахи. И мы можем видеть, как Марио, будучи вооруженным, начинает истреблять их всех. Я думаю, неплохо. Я думаю, это реально неплохо. Так. Так. Он разложился на сало. На липовые. Составляем песню. Аналог песни «Моя оборона», только... Или... А, нет, это по плану. Извините. Я будучи слегка в расслабленном состоянии, уже много чего путаю. Ну да ладно. Составляем песню. Аналог. Все идет по плану, только про... Нашу фабрику. Фабрику спидрана. А именно про эту гонку. Наконец-то Марио понял, что забивать рогами ногами мало продуктивно. Что принял в комментатор, хочу так же. Секрет. Очень хороший секрет. Так вот. Не точно бы по той вообще упоротый танк, но... Да, мне кажется, в каждый день можно найти какой-нибудь упоротый танк, особенно в нашей родной стране. Серьезно. Вау, нас посетил White Light. Ван White Light. Ты успели на эту гонку Кекиса и Таксистоса. Таксистоса, блин. Представьте на секунду, что у Кукусиса есть кепочка таксиста, и он спидранит вождение клиентов в реальной жизни, когда ему не понадобилось его высшее образование переводчика. Да ладно. Кекиса. Че я несу, боже? Ну блин, это мемная игра, поэтому все нормально, казалось бы. Он даже Кукусус только что... А, нет, он еще бегает по своему заводу, вот. И он не может запрыгнуть в вентиляцию. Ну да, смотря на то, какая тут физика в этой игре, как бы. Ну такие. И если так посмотреть, они наши раннеры сейчас идут на равных. Оу май гад, неужели это может быть какой-то камбэк? Оу май. Еще как ранку пуску. Все может быть. Хотя Делик не токсичный. Ну, я бы не сказал, что он токсичный, все же. У меня сейчас даже такой момент был, то что они просто в один тайминг перезарядили калашников. Вау. Просто вау. Посмотрим, насколько же эта гонка будет крута, а может и нет. Все мы увидим сейчас. А то, как пойдет у каждого раннера. Та или иная миссия. Закрылись ли они какие-то страты? Что? Посмотрите на секунду интерфейс у Деликатеса. Что? Он подобрал записку и его успели надамажить. Что именно затриггерило то, что появится интерфейс. Вау.
ядрить. Они серьезно идут на равных. Да ладно. Да ладно. Вау. Это уже интересно. Осыпных подшипников. Да вот без понятия, кто и зачем и как записывал эти шикарные звуки выстрелов. Но выглядит весело. Хорошо, что я нашел. Слышится. Весело. Да. Все же. Близится 5 минут автоскроллинга. Под 5 минутами я вам говорю про две миссии, которые будут идти после следующей миссии. Да, после следующей миссии. Так что я вам скажу, когда вы можете отойти. Сделать чай, если вам настолько все интересно, и вы не можете отойти. Потому что вдруг что пропустите. Хотя вдруг найдется то, что можно будет и скипнуть. Автоскроллинг. Не все найдено. Не все, все может быть. Ничего отрицать нельзя. И мы сейчас будем наблюдать опасные трюки. Через эти фонари я не пройду. Настолько опасны, что просто... Вау! Они серьезно? Они... А нет, руина от кукустоса пошла на секунду-две. О-о-о, моя оборона и автоскроллинг пошел. И у вас есть 5 минут. Потому что... Уже начинается какая-то вакханалия. Только в плане комментирования. В плане игры ничего интересного не происходит. Только у Кукуса становится тактичный экран, потому что он ничего не видит, ему нужно прибор ночного видения для того, чтобы просто пытаться как-то расстрелить врагов, которые ты почти не видишь, потому что они сливаются с чем-то белым в виде коробок. А это на самом деле мешки с песком или белая коробка, которая сливается с камуфляжем формы армии США. А, кстати! Ложечки! Ложечки! Ложечки в чат, господа! Самое главное, забыли. Ложечки. Без ложечек жизнь нехороша. Также хотите с колена чашечек. Но так как тут из тиммейтов так таковых нет, так что, ну, такое. Ложечки в чат, господа, ложечки в чат. Был бы тут эмоут, конечно, ФЗ от послама с ложкой. Было бы весело. Можно было поспамить ложечку в чат. Но нет. И у меня кисть затекла уже так делать. В течение не знаю скольки минут, секунд, чуть-чуть. Я не считал. Потому что... Автоскроллеров! Как нам? Как ты скоротать время от автоскроллера? Упарываться, ложечки, колено, ломать. В скобочках нет. Не делайте этого в домашних условиях. Это очень опасно. Берегите себя и свои колени. Единственное, что я пока что опять же могу напомнить. Наши два раннера сейчас идут прямо на равных. Вот. По-другому я не могу сказать. Тавтология, но... Что поделать, извините. Тавтология — тавтология. Так что... Все решится с того, что... Либо пойдет руина от... Гелика какая-нибудь и... Будет 2-0 от Кукустоса. Либо же будет все хорошо, и, может быть, Делик вытащит 2-1. Who knows? Who knows? Так. Пока что все довольно будет скучно в течение оставшейся минуты 3. Да. И поэтому я пока пытаюсь достать книгу, которую я не могу уже
достаточно часа, потому что я очень ленивый. Куда я эту книгу положил, непонятно. А, нет, я нашел ее. Все хорошо. В этой маленькой пластмасске наша последняя надежда. Почему все всегда зависит? Ну, пока что у каждого уже пошла уже девятая миссия, где вы просто две минуты стоите и слушаете о том, что вам предстоит сделать вашу истинную цель победой над врагами. Эх! Все довольно смешно, весело и больно. По-другому не сказать про эту игру. Нет, она игра шикарная, ничего не подумайте. Но в плане спидрана, честно, по моему мнению, ужасно. Ну, типа, большая часть код-сцен вы не можете скипнуть. Да, вот это гонка, назря, назрю, что сказать, что сказать. Не то, что было на рандабауте. Ну да ладно. Тут я промолчу. Тем временем уже стартовали наши раннеры, можно сказать, последние миссии в этой замечательной игре. И все решится. Либо победа, либо победа Куса, либо какой-нибудь комбэк от Деликатеса. Кто знает, сейчас мы все увидим, заруинит ли кто-нибудь что-нибудь, либо же все будет настолько плохо, что настолько плохо. Мне вот, кстати, интересно, почему именно в... Ой, да, это 11-я миссия, почему в 11-й миссии они не могут запрыгнуть на терминал, а с терминала, например, запрыгнуть на... как раз этот маленький коридорчик, ну, где вы проходите как раз до этого вагончика. Потому что, ну, как по мне, конечно, я понимаю, там патроны, хп, броня нужны, но почему бы не пойти чисто йоло? Так и так выпадают аптечки, броня и патроны с врагов, поэтому вы можете чисто... попробовать пойти слегка опасными сторонами. Ну, стабильный раунд-то понятно, но... А почему вы что-нибудь другое не попробовать? Вот. А почему вы и нет? Я все понимаю, но... Почему бы и нет? Но пока что... Кукустас вырывается вперед, а это значит, что походу победа будет у нас у Кукустаса. Хотя, ну, Делик немного наруинил. Кукустас. Да. F для Деликатеса. Потому что гонка, ну, понятно, но... Да. Кукустас обогнал Деликатеса на 8 секунд. А, так. Или... Нет, надеюсь. Немного ошибся, да, секунд. Сейчас переместимся обратно. Кранер. F. Это F. Было настолько жестко! 24.47. 9 секунд ты наруинил Делик. 9. Но прикол в том, что...
Кукуснос только что побил в прямом эфире мировой рекорд Васлама. Ну там изи вэр, реально. Я вчера, мы с ним, он сколько, 6 часов практисил, я 10. Но... И мы, ну там, изи вэр отстрелили. Ну, что сказать? Что сказать? ГГ, поздравляю с победой, что еще сказать? Спасибо. Слушай, на самом деле, когда был дом, когда был маяк, я на 5 секунд отставал. Я думал, что там F. Даже не там. Не-не-не, я считал по времени, по сплитам. Кус, ты терял уже 5 секунд примерно, даже не перед домом, еще перед этим автоскроллером. Чувак, ты видел, что произошло с канализацией? Да, я видел. Вот из-за этого. Это такой забей! Да уж, да уж. Ну, что сказать. Поздравляем Кукуса со СВРом. Теперь пару вопросов. Ну, там эхо говорят, эхо, парни. Эхо, я пофиксил. Выключил, я уже пофиксил. Спасибо. Окей. Ну, ребята, как вам игра в плане спидранинга? Нормально, обычная игра. Моё соло теперь? Да. Нахер её? А как же, вэрхолдер же. Да, я как вэрхолдер заявляю, это игра говно. Ну типа, парни, 24 минуты, из них вы 15 сидите и смотрите в экран, ничего не делая. Это что за такое? Ну, тебе напомнить Геополис, в котором ты из 3 минут рано 2 смотришь катсцену. Ну тоже классно. Ну типа, не знаю. Может быть, ради фана на какие-нибудь марафоны покидаю, но типа, исправляю, там, делать хорошее время, не, я не собираюсь. Окей. Ну как, куда лучше время? Я даже занимать ран не буду, забей. Хуже вы. Мемы останутся мемами. Думаете как-нибудь еще раз возвращаться к спидрану этой игры? Нет, зачем? Ну, я уже все сказал. Трудно ли было изначально учить спидран? Пускай Дерек первый ответит. Нет. Мне было ужасно тяжело, потому что, во-первых, я никогда не играл в 4:3 вне полного экрана. То есть у меня я не привык просто к такому разрешению. И потом вот эти вот скорченные клавиши, когда тебе нужно боком бежать, не знаю, мне было тяжело. Тут вопрос от Фаноры. У тебя чат же открыт? Да-да-да. Почитай вопрос от Фаноры. Вижу. Короче, поначалу, когда я был в полноэкранном режиме, у меня загрузка длилась секунд 10, чтобы не соврать. Я такой, Васлам, что не так? Он говорит, ну, не знаю, ты дурак, наверное. Я такой, попробую вот, типа, оконный режим. Начало получаться. Я такой, ну, раз уж это влияет, собью-ка я все в минимум, на всякий случай. И типа, да, у меня все нахер выкручено. Нормально. А флоу тут нельзя регулировать, к сожалению. Ну, вот так. Чат, если есть какие-то вопросы, задавайте. Пока есть. Маленький момент. Если нет, то поздравляю со вторым ВРом на фабрике. Е, спасибо. Со второй победой на фабрике. Да. Прохождением, получается, уже в полуфинал. Да, в полуфинал. Ну-ка, Кусь, зайди в игру, тут говорят, типа, фов больше, чем у меня жестко. Давай. Ну, типа, я не знаю, в чем это. Ну загрузи какой-нибудь сейф. Побегай. А, Делик, сейчас ты нормально. Поточишь? Нет, да. Я выключил. Окей. Там просто проверить, что не знаю. Да господи, можно мне. Когда Тас по этой игре, когда-нибудь вот, попросите Аива. Когда вы можешь там зайти не в игру, а ну загрузить какую-то что-то загрузить. Я загрузил, мне просто не те сейвы попадались. Да, не обычный такой же фов, не знаю, о чем говорят, абсолютно такой же. А да, пользуюсь моментом, Майтикрафт, когда автосплиттер. Когда автосплиттер? Такого не... А, есть. Или есть? Нету. Его пингуют, но... Да не, такой же фоф абсолютно. Ну, раз такой. Блин, я походу снайперку не поднял последний. Там не 7 секунд затормозил. Как бы меньше. А чего у тебя пошло не так, Делик? Да винтовку мне показалось. Я, короче, у меня проблема, что я переключать на винтовку не могу там, или переключаться между оружием, поэтому иногда загружаюсь и сохраняюсь. Не, в первый раз у меня было. Не, хороший ран был, типа, у тебя время чуть быстрее, чем VR. У меня почти VR, мне 56 секунд. Но я думаю, я там, если бы вовремя засплитил, был бы, короче, VR тоже. Ну, типа, у меня в первом ране не было проблем практически, а во втором, типа, аптечка. Ты, наверное, это не видел? Она мне тупо не бралась в токсичности.
тупо не бралась. Я даже не беру так. Ну, ты внизу там, где спрыгиваешь, да? Да, нет, справа от вентиляции. Ну, лол. Она тупо не бралась. Типа... Парни, вы думаете сабмитить в борды этой игры? Нет, я да. Кукустасу я отдам запись, нормально обрезанную, с чистой вороном. У него VR, да? Типа нормально, если бы у меня был VR, я бы залил. А так, блин, разница. Не, игра изи, типа, если попотеть, можно 24, там, 30 выбивать просто. Плюсик. А, вот теперь, хряк, тебе вопрос. Почему единоборство? Где единоборство? В тегах. Не знаю. Я поставил спидранинг. Не знаю. Они автоматически стоят. Боевики приключения, едино, когда эта игра встает. Не знаю почему. Хорошо. Ну, вроде как, все. Ну, файтинг, понимаешь? Файтинг. Все нормально. Топор есть, все, файтинг. Ну, не знаю. Что-нибудь еще есть у вас спросить, поговорить? Да, но он показывает фотку. Ну, хз. Может, обрезано так. Да, да, нет, возможно, вроде обрезать. Обрезал. У вас одинаково, видите, рамочки. Ну. Делик, ты в каком разрешении ранишь? 4:3 тоже? Нет, разрешение само по себе. 16. Я не знаю, какое это. 1024x768 у меня. Какое это? Ну, ну, понятно. Это 4:3. Ну, типа, ладно, это фоф ни на что не влияет, на самом деле. Вообще ни на что не влияет, да. Типа, а, вот я вспомнил, надо что-то больше сказать. Видеть или еще что-то. Я сильно порофлил, когда один человек говорит, ну, Кукустас просто завезло. И потом через минуту говорит, ну, тут только скилл решает, на самом деле. Ну, тут реально завозить нечему. Тут нечего завозить. Нормально стреляешь, нормально прыгаешь. Изи вэйр. Ну, да. Собственно, как и в сварме было. Ну, хотя нет, там больше рандома. С вами чуть-чуть рандом был всегда. Ну, в общем, говорите, что-нибудь. Еще раз поздравляем Кукустаса с победой. Да. С прохождением в полуфинал. Одновременно с этим VR. Ну, тогда я отклоняюсь. Всем спасибо. Всем пока. Прощаемся. Пока, чатик. Пока, Кукустас. Пока, Делик. Пока. Пока, пока. Булкич. Пока. Да, все. Спасибо, что были. Кстати, не забывайте донатить.